В субботу на улице Трехсвятской открылась рождественская ярмарка. Здесь тверичане могут подготовиться к Новому году, купить подарки, украшения для дома, а также интересно провести время всей семьей. Впервые в этом году к открытию ярмарки приурочена серия бесплатных экскурсий по улице Трехсвятской. Участники узнают, кто жил в старинных домах, чем здесь торговали, какие рождественские традиции были в тверских семьях начала 20 века. Гастрономию держал Сергей Кузьмич и торговал одним важным модным товаром, который должен был быть непременно на рождественском столе. Но обратите внимание, на первом месте консервная банка с рыбными консервами. Где шили платья, сколько стоил номер в престижной гостинице «Лондон» и в какие игры играли на Рождество, те, кто не попал на экскурсию в прошлые выходные, смогут познакомиться с городом в эту субботу или воскресенье. Экскурсия стартует в 11:20 от большого экрана. Она будет интересна как взрослым, так и детям. Ребенок изъявил желание поприсутствовать, поэтому пришли с удовольствием, прослушали про наш город, интересно. Интересно было. Не знала то, что если перед Новым годом можно покатиться на тройке, будешь богатым, счастливым. После экскурсии праздник продолжился выступлениями тверских коллективов, анимацией и мини-соревнованиями. Подходи, присоединяйся, покупай, не стесняйся. Здесь горожане и туристы могут приобрести уникальные сувениры, подготовиться к Новому году, купить подарки для своих близких, для друзей, родных. Кроме того, в этом году каждые выходные на ярмарке вас ждет развлекательная программа. В продаже на ярмарке представлены сувениры ручной работы, экологически чистые продукты. Кроме того, здесь можно сделать запоминающиеся фотографии рядом с арт-объектами. Можете тверские сувениры посмотреть все-таки для гостей нашей Вишневолжской столицы, да? Ну и для себя что-нибудь выбрать. И вкусненького, и полезненького. Ярмарка работает каждый день до 7 января. Выходной день только 1 января. График работы с 11 до 20 часов в будние дни и до 21 часа в выходные.